Без потерь и ранений настрой боевой, служат достойно, верят в победу. Глава республики передал с фронта весточку родным бойцов из Коми. Он встретился с мобилизованными прямо в месте несения службы. Пообщался с ребятами, пообщался с командирами. Настрой у всех боевой. Нет за время несения службы потерь, нет ни потерь, ни раненых. Ребята все абсолютно размещены либо в блиндажах, либо в жилых домах, поэтому каких-то проблем с размещением нет. С собой глава привез все, о чем ранее просили бойцы, в том числе зеленецкую тушенку, питьевую воду, продукты питания. Договорились, что в ближайшее время республика отправит им и пиломатериалы. Часто бывает смена позиций, поэтому